У меня каждое воскресенье в 8:30 вечера проходят стримы, поэтому каждое воскресенье будет вечером в 8:30 вечера проходить стрим на моем канале. Поэтому ставьте лайкусики на ролики, ставьте лайкусики на стримы, приходите, комментируйте и поддерживайте меня. Я очень вас жду, я очень вас верю, я очень вас надеюсь. Спасибо вам огромное, всех буду ожидать. А всех моих постоянных зрителей, которые вот на протяжении нескольких месяцев ко мне приходят на стримы, всем вам огромный привет и до новых скорых встреч. А сейчас будет красненькая нарезочка со стримов, как там вообще все происходит. А происходит там достаточно веселые вещи. В общем, всем до скорых встреч. Облить себя водой. Ну это как так? Да нет. Спасибо. Если ты не отвели. Так, песенку. Ну тут хоть песенку. I'm hoping what I said could make you change your mind. Though it doesn't really matter when my hands are tied. Сейчас что-то будет. Ну, я думаю, вы все поняли и вы догадались. Всем-всем привет, с вами Владислав Фокин, ваш любимый Владислав Фокин, и я ведущий блога о жизни. И это, как вы поняли, закупочка продуктов. Ура, 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 супер контент, любимый контент. А, погнали показывать продукты. Сразу такое все интересное. Такую купил пенку для ванны, солька. Соль для ванны. Я не знаю, вдруг вы что-то подумаете не то. А какой-нибудь не той солью. Еще есть, конечно, поваренная соль. Еще соль. Потом зубная паста. Это вот пакет, вот как обычно. И имунеля. Раз. Имунеля. Не имунеля, но другое два. Попробуем. Надеюсь, будет вкусно. Сливки. Потом колбаска. Раз. Колбаска два. Пакетики, как обычно. Я просто как настоящий баскетболист. Хех, трехочковый. Потом у нас идет такой соус. Такая колбасочка еще, нарезочка. Чипсики раз, чипсики два. Банка горошка. Пора готовиться к Новому году. Банка горошка раз. Банка горошка два. Банка горошка три. Банка горошка четыре. Потом банка кукурузы, еще кукуруза, плюс кукурузка, и еще относительно понятная кукурузка. ММДМсик, я надеюсь, то, что там вообще видно меня, надо куда-то баночки сюда, опасные тут штуки. Потом купил шашлындоса, попробовать. Знаете, как называется? Называется шашлык из свиной лопатки в маринаде Алабама. Такая вот пичка, типа это, по скидке было. И попробовать такое вот готовое блюдо, замороженное готовое блюдо, паста карбонара. Не знаю, наверное, может быть вкусно. И все. И, видимо, все. Сейчас я буду все распаковывать и распихивать по местам. Сделаем, короче, мы вид, что никакого тупежа не было. Я сразу вспомнил и понял то, что нужно сделать фотографии для превью. А не сделал сначала то, что засунул некоторую часть продуктов в холодильник. Потом вспомнил, что нужно мне превью для видоса. Потом все вытаскивал, клал на место, фотографировал, прекращал запись. Да... Все было хорошо, все было четко, все было спланировано, все было замыслено. Теперь давайте продукты расставлять. Внимание, внимание! Спасибо вам огромнейшее за вас, за ваш просмотр. Спасибо вам большое, что вы остаетесь со мной. Напоминаю, каждое воскресенье в 8:30 вечера проходят стримы. Не забывайте, что делать. Правильно. Ставить лайкусик, писать какой-либо комментарий. Подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Я со всеми прощаюсь. Всем желаю счастья, здоровья, всего самого хорошего и наилучшего вашим близким. Чаще улыбайтесь и всем пока-пока. I'm hoping what I said could make you change.